полный тотальный разрыв ахиллового сухожилия. В клинику обратился мужчина, 48 лет, с жалобами на боль в голеностопном суставе, отек, невозможность опираться на ногу при ходьбе. Травма произошла сутки назад при игре в футбол после неудачного падения. Был в травмпункте, выполнена рентгенография левого голеностопного сустава. Свежие костно-травматические костно-деструктивные изменения не выявлены. Диагноз. Повреждение связочного аппарата, разрыв ахиллового сухожилия. Для уточнения диагноза было выполнено МРТ левого голеностопного сустава. В 55 мм от точки прикрепления определяется полный разрыв ахиллового сухожилия с формированием диастаза до 20 мм. Определяется застарелый апикальный перелом наружной лодыжки с формированием ложного сустава. Суставные поверхности неровные, с признаками субхондрального склероза, узурации. Определяется отек, разволокнение больше берцово-таранной и больше берцово-пяточной связок. В полости сустава определяется значительное количество свободной жидкости. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, неравномерно истончен. Периатрикулярные ткани выражены отечно. Заключение. МР-картина полного разрыва левого сухожилия, посттравматических изменений, артроза, артрита левого голеностопного сустава, застарелый перелом наружной лодыжки с формированием ложного сустава. Рекомендована консультация травматолога. В случае полного разрыва ахиллового сухожилия показано оперативное лечение, восстановление целостности сухожилия. При отсутствии операции целостность сухожилия не восстановится, и функция стопы будет частично утрачена.